Главный тренер футбольного клуба КСК «Таврия» Андрей Юдин. Андрей Викторович, ваше впечатление о сегодняшнем игре? Ну, мы готовились, команду мы разобрали, посмотрели и в Керчи эту команду, и раньше я смотрел с Кызылташем. Взять по отношению, допустим, на предыдущую игру с Севастополем, там чуть-чуть другой соперник был. Но и этот соперник, играющая команда, хорошие быстрые фланги, хорошие нападающие, мы готовились. Но на сегодняшний день, вы знаете, когда сделал один шаг, огромнейший в Севастополе, то готовишься к игре, где ты не имеешь права допустить ошибку. Может быть, она сегодня не такая яркая и красочная была игра, но мы подчинили все результату. В такую погоду, да, жарко, мы и стандарты работали, и ряд моментов создали. Вратарь сегодня достаточно хорошо сыграл, в двух-трех моментах выручил. Там могли в первом тайме уже мяча два забить, три. Но на сегодняшний день одно могу сказать, что команда работает, да, двигается, и мы добиваемся результата. Перестроились немножко, разобрали еще предыдущую игру домашнюю, проанализировали, что, чего и как. Ну, поэтому сказать, что вот предыдущее там интервью я слышал, коллеги, два дня до игры, может быть, и лучше было, что три человека свежих добавилось. Тут я не знаю, как судить, но это их проблема, но говорили о том, что мы там в какой-то другой ситуации были. Мы нет такой же ситуации, также у нас люди выпадают и также пропускают игры. У нас и Алиев сегодня пропускал, и Забун после травмы сегодня вообще растворился, можно так сказать. А в целом я доволен результатом, эпизодами в игре. Нет, не могу сказать, что целостность получилась хорошая игра, а так эпизодами, хорошие эпизоды создали, хорошие моменты. Особенно мне понравился момент у нас был в конце первого тайма, там шикарно раскрыли зону, Иванов там вратарь сработал здорово, потом в первом тайме там Плотников входил, там можно было улучшать позиции. В целом так, достаточно так надежно сыграли, сказать, что у нас шикарные моменты были, их не было. Это самое главное.